табуретку. Короче, по полям, по просторам дуем мы на товарники. Это с дороги-то вообще пиздец, это с лавкой нахуй идут. Да, да, не, ну еще мы это, металл ищем тут. Металлоискатели, если еще мы. Походу. Вон ярд товарников. Не знаю, наверное. А вот этот опять подъехала кукушка, ага. Это другая. Ну, короче, нам сейчас главное они. Вот тащит, смотри, два. Да, смотри. Да, да, да. Короче, нам сейчас главное не пальнуться перед вот этой кукушкой. Так а ты думаешь, она уже в поле это не видит, что ли? Тут, блядь, мы как на ладони. Ну, мы как на ладони, но он не обращает внимания сюда, мне кажется. Не припаса, вот тут капкан какой-нибудь. А да ну, какой капкан? Против кого? Против таких, как мы? Да пальнул-то пальнул. Хрен-то с ним. Все, короче, побыстрее идем. Вон он уехал. Маш, слышишь? Короче, ну вот это она неплохая товарка. Но пищи делать вот на такой же, как я буду делать. Такие, как вот это с края и вот это. У них больше выступа швеллера. Да, да. Какая-то не норма. Так жарит, да? Кого?
сайт, сколько они сейчас стоят там. Будем угорать все. Короче, Саня говорит, что он сейчас вылез, сможет вылезти из просто пещеры, блядь, такой, из ямы. За банку Жигулевского. За банку Жигулевского? Да. Давай посмотрим сейчас. Ну, короче, если он не сможет вылезти, придется его там оставить. Ама, ну сколько тут, 3 метра, наверное, да, не, больше. Ну, 3-4 метра тут. Короче, отбрасываем сразу палки все вот эти, потому что это хуйня собачья для девочек. Ну-ка. Показываю, школа паркура, блядь. Школа паркура. Привет, мама. Ёбаная все. Значит, так. Ну что, вылезет он, не? Сейчас. Давай. Нужно разбег. Смотри, там лягушка аккуратнее, да. А вот она вылезет, а ты хуй. Короче, он не вылезет, ребята. Смотришь, да? Давай. Ну, это не разбег вообще, это какая-то краб какой-то. О, фига, хорош. Хорош. Вот это тебе паркур нормальный, не пивас сосать, да, Сань? Ну, сейчас пойдем на него, но это лучший вариант, который тут есть. Посреди вот этих бассейнов. Да, нам сюда. О! Йоу, Мажику, йоу. Сосновый лес. Ну, ты не уважаешь такое. Почему? Блять, а мне подойдет валик сюда. Сделать. Проверить, блядь, подойдет ли валик, перед тем, как мимо заходить. Да, это да. Правда, она кончается. Кто? Суджен? Фейсис? Ты видишь, это вот не подумавши, блядь, полезши. Много растворителя тут. И вообще какой-то пиздос. Смотри, я сейчас все обведу, типа. Блять, у меня все будет в краске сегодня. Черное пятно. Или что это такое? Вот эти штуки, это что такое? Соплями все-таки? Черное пятнище.
Блять, как бы тут уебать-то сейчас эту линию-то? Я всегда куски в одиночку делаю. Че ты пиздишь? Отвезти на мусорку для переработки, блядь, вообще. Нахуй мусорить, потому что дебил. Пожалуйста, можно сегодня?